Богатые тоже плачут. Экс-мэр Нижнего Новгорода, вице-спикер регионального парламента Олег Сорокин встретит Новый год в СИЗО. Ему предъявлено обвинение в даче взятки в особо крупных размерах. Речь идет о событиях 5-летней давности, когда Олег Сорокин являлся главой Нижнего Новгорода. Скандал с арендой земельных участков уже поднимался, но тогда дело до суда так и не дошло. На этот раз все закончилось отнюдь не так благополучно. Нижегородский районный суд принял решение взять под стражу Олега Сорокина до 17 февраля. Узнай больше о событиях Нижнего Новгорода на Первом городском телеканале. Канале. Следи за городом.